Подарки к новому учебному году получили юные члены Ленинского общества инвалидов. Школьные ранцы, предметы для творчества – все это пригодится ребятам с приходом 1 сентября. Акция «Соберем детей в первый класс» стала доброй традицией в обществе инвалидов. Благодаря поддержке администрации Ленинского городского округа мы много лет собираем детей в школу. Мы покупаем красивые качественные рюкзаки, канцтовары. И также мы помогаем собрать детей в школу тем семьям, которые нуждаются в этой помощи. В этом году для школьников помогли приготовить подарки предприятия «ВНИИГАЗ» и Ленинская ассоциация многоквартирных домов. Дети от души были благодарны за столь необходимые подарки. Ты мой хороший! Ты мой хороший! Это тебе вот такой набор первоклассника. Выражаем большую благодарность я лично и от всех мам нашего общества, нашей районного общества инвалидов, администрации Ленинского городского округа, всем неравнодушным людям, которые оказывают нам эту помощь, помогают нашим детям. Всего же подарки к 1 сентября получили 15 детей с ограниченными возможностями.